Не, это кабель такой. Это у него оплетка алюминиевая. Друзья, с вами мы из этого здания пробрались вот в это. И, по-моему, это гараж. Что-то тут спецтехнику, походу, ставили. Не исключено. О, ой, это я за что так зацепился-то? Ничего себе, я вот об эту арматуру чуть себе. Здесь музыку еще не делали, то есть дверные карты. Так, понятно. Это мы вышли на улицу, какая-то территория непонятная. Заходим обратно. Сейчас я вот туда пройдусь. Тут рекламу, походу, делали. Видишь, это обрезков много. Вот это. Плоттер, наверное, стоял. Чик-чик-чик. Да. И тоже непонятно, что здесь было и как. Никакой инфы нету. Это тоже непонятно, что. Стол, блин. Тоже непонятно, что. Много мусора. Бутылки. Народ сгубит. Бутылки, короче, народ сгубит. Изгибит, да? Народ изгибит. Вот. Это... Я не знаю, что это такое. Ну, у него вот есть паз. Может быть, закручивалось что-то. Ну, типа барашка. Такого какого-то мощного. Во. План города. Ага. Ну и мы, короче, с вами, ребят, находимся сейчас вот тут. Так что продолжим. Это вот с какой-то машины люк сняли, разбитый, видишь? Угу. Ага. План эвакуации туда-сюда. Короче, ответственный за все это Кубасов В.А. Еще в 2011 году. Соответственно, блин, 10 лет назад почти. Вот, здесь маленькая ямочка такая была, но вот ее взяли, видишь, засыпали. Ее засыпали таким материалом, я так думаю, что... Короче, сюда какой-то мусор накидывали. Вот. Туда, видишь, проход тоже есть какой-то. О, ничего себе! Мне кажется, здесь город этого машину поднимал. Или, может, еще что делал. А как туда попасть? Ну это просто темное помещение и все. Оно вот заканчивается. Mm-hmm. Нет тут ничего интересного. Короче, так себе. А с той стороны, кстати, может что-то нарисовано быть. Нарисовано. Перевернем. А, фестиваль науки. Ага. Во как. Самая целая вещь, которая здесь есть, это... О, стульчак. Вот он живой. Все остальное разбито. О,
Второй найти в ваших силах. У него вот там вот этот, как его, липсердачок висит, ну, в смысле, кофточка. Вот. То есть, в принципе, здесь можно приодеться, если что. Друзья, в общем, короче, мы умудрились пробиться. Вот. Да. Ну, и мы оказались уже у следующего предприятия. На заводе ЗИЛ. Теперь, короче. Фу. И выше из чего здесь? Крыша была сделана. Керамзит специальный залитый. Вот. Смотри, стекло здесь было бронированное. Ну, в смысле, резинка здесь стояла. Просто какой-то цех. Подвесные. Что-то. Какую-то конкретику сказать не могу. Но вот есть календарь. За 16-й год. И все. Мастер-пак. Мастер упаковки, короче. Так, еще один документ вижу. Сейчас мы его попробуем прочесть. Ну-ка, разверни-ка. Акция в августе. Не видно ни хрена. Давай, я все вынесу. Так, мега 3 белые тачки, европейский, золотая миля, красный кит, бренд Performance. А здесь что? Здесь старт акции март. Gmail, почта. Здесь города, магазин. Слушай, я понял. Это обувь продавали. Смотри, зеркало, которое стоит обычно, ну, чтобы смотреть, как тебе. Понятно. Ёк-макарёк. Здесь крыша падает везде. О, кстати, по поводу второго дна. Смотри. Здесь была лестница вниз. Видишь, ее спилили. Yeah. Вот так вот. Тоже какая-то мастерская здесь была, что-то делали. Производство, в общем. Понимаете, что только что мимо нас охрана прошла и даже не заметила. Не заметила. Мы просто везунчики. Я еще выскочил, выйдете. Я же тебе говорю, аккуратно, по сторонам посматривай. Смотри, еще один подвал. Походу, наполовину затопленный. Поэтому мы туда точно не полезем. Короче, тут все разбомблено. Есть второй этаж. Предлагаю на второй этаж дерануть. Либо это не второй этаж, а как подняться. Как подняться на крышу. Выход, наверное, попробуй. Как-то, блин, здесь все мрачно. Стол, что ли, был. Окна до земли. Ничего себе, там какой-то кабинет был, смотри. Угу. Блатной. Рухнул. Вот тоже. Микрокомнатка. Видишь, туда входа нету. По лестнице так забираются.
либо вот по этой стене и зашагивает туда. Малярка, что ли, была? Не видишь? Да нет, просто. Приклопка, блядь. Я просто смотрю, стеллаж стоит, масло тут разлито, а ролики лежат, видишь, бэушные. И это корпус это воздушного, ой, это печки, вентилятор печки. Вот. А, плюс вот короб, воздушный фильтр идет. Ну и прокладка вон, КБЦ. Вот флаг вот какой-то. Ой, это Джигули. Задняя это. Полка. Полка, да, да, да. Слушай, там фура какая-то стоит. Максимально тихо. Сидит. $200 каких-то. Евро. Нет, это паленые. Какая-то потайная комната была. Ну вот смотри. Ты бы понял, что здесь комната? Нет. А она тут есть. Там окно какое-то. Там что-то было. Следы прикольные. Возможно. Mm-hmm.